Безопасность детей превыше всего. В преддверии летних школьных каникул полицейские встретились с родителями учащихся нижегородских школ. На родительской конференции обсуждались вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также соблюдение детьми правил дорожного движения. В первую очередь она направлена на работу с родителями, чтобы еще раз детям объяснить, как себя вести рядом с дорогой, какие меры безопасности соблюдать при переходе проезжей части, при играх во дворе, при катании на велосипедах. Ведь самое главное, что есть у родителей, это их дети, их здоровье и жизнь. Обеспечение безопасности детей – одно из главных направлений деятельности многих ведомств и служб. Но первоначальную и значительную роль все же играет семья. Ну, конечно же, польза данного мероприятия, как конференция о безопасности наших детей, это очень важное мероприятие. Ее нужно проводить не только в районе, но и в каждой школе. И причем это должно быть на постоянной основе, это должно быть ежеквартально, наверное, для того, чтобы напоминать родителям об ответственности.